Если девушка когда-то ошиблась, и у нее была какая-то связь с парнем, она считается самой худшей, самой падшей. К мужчине претензий практически не предъявляется. Рядом сидит богослов, он подтвердит, что это самое глубокое заблуждение. Этот нечестивец не только ничуть не лучше, а в 1000 раз хуже. Потому что, как правило, его красивые речи становятся причиной тому, что какая-то сестра доверяет ему, этому паразиту-негодяю. И как часто говорят, не волк в шкурке овцы, а гиена в шкуре гиены. Поэтому завтра, если кто-то из вас из-за того, что в него влюбилась какая-то девушка, потому что он крутой, спортсмен, у него есть айфон, он красивый, физиономия у него такая кликабельная, помните, что Всевышний вас непременно за это спросит. И вы в 3x больше негодяя, чем та, которую вы запачкали. И не думайте, что это вам не откликнется. Зина, чтобы вы знали, прелюбодеяние, это долг, который непременно будет вам возвращен. Наверняка у вас появится дочка, внучка, племянница, которую будете любить больше всего, и которая в один день придет к вам и скажет, со мной это произошло. И вы всегда вспомните тот случай, когда вы с кем-то непорядочно поступили. Есть у тебя намерение жениться на девушке? Будь как мужчина, как мусульманин, как бы ты хотел, чтобы относились к твоей сестре. Попроси номер матери, попроси номер отца, попроси...